Посмотрите на Софи, что она делает. Ай! Плыви, давай. Давай, плыви. Мама, Софи опять все-таки прыгнула. Выходи сюда. Давай, вылазь сюда. Понравилось, да? Юмичу. Вот, молодец. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня, и со мной мои собачки. Сейчас их здесь 4, а вообще у нас еще очень много других животных. И сегодня, ребята, как я и обещала, потому что вы собрали очень много лайков, я покажу, как купаются наш маленький гиперактивный щенок Юми и собачка Миша, спасенная нами от усыпления, наша бояшка, в ванной. Но не как обычно, когда я их мою и набираю немножко воды, чтобы их споласкивать и разводить пену, а именно купаются в таком количестве воды, что они не достают до дна, то есть чтобы они плавали, ведь Миша и Юми никогда еще не плавали, а у нас такая холодная погода, что им негде поплавать в речке, или озере, или море. В общем, сегодня мы будем учить Мишу и Юми плавать. Так что подписывайся на наш канал, если ты тут впервые, а мы начинаем. Те, кто смотрит наш канал давно, знают, что Эйвен и Софи, которые позади меня, прекрасно умеют плавать. Они плавали даже в море и с волнами. А вот на Мишу и Юми мы сегодня посмотрим. И сейчас я их поставлю в ванну, и мы будем наблюдать. Они обе знают, что такое мыться. Мыться они обе не любят. Но они еще не представляют, что сегодня воды будет гораздо больше. По температуре вода нормальная, и сейчас мы будем... Юми вот всегда так ведет себя, когда мы начинаем мыться. Ребята, если вы хотите ролик, как все мои собаки вчетвером вместе купаются в полностью наполненной ванной, все вместе с игрушками, то ставьте лайк этому видео, и я сразу же скоро его сниму. Потому что, если честно, я сама четверых своих собак в одной ванной еще никогда не купала, и очень хочу посмотреть, как это будет. Ждем, когда вода наберется, да, Софи? Юми очень интересуется душем. Ей прямо интересно, она все время там. Собаку, чтобы приучить к воде, чтобы она ее не боялась, чтобы не нервничала, и ей нравилось купаться, или хотя бы она не вырывалась и никуда не бежала, нужно к этой воде приучить, но постепенно. Начните с того, что просто ставьте свою собачку в ванну без воды. Вот вы пришли почистить зубы, привели свою большую собаку или маленькую, неважно, посадили ее в ванну, и пока чистите зубы, пусть она ждет. Она ведет себя адекватно, то есть не нервничает. Вы можете ее похвалить. Собака в ванной сама не стоит, то можете ее придержать. И так несколько раз, пока собака не привыкнет к пустой ванне без воды, к самому предмету ванны. Для нее он просто немножко пугающий, потому что это что-то непривычное. И когда собака привыкнет к пустой ванной, можно уже поставить ее в ванну, где... куда налить немножко воды, то есть вот прям по лапке, чтобы она просто постояла лапками в воде. Все, конечно, зависит от собаки, но вот такое ощущение, что Мишу, например, в ее прошлом не мыли, и когда первый раз она оказалась в ванной, она очень боялась. Также не нужно, ребята, включать очень громкий напор сильной воды, чтобы вода шумела, потому что это пугает собаку. И вот если собака ведет себя спокойно, то можно ее похвалить, а если же она нервничает, то лучше просто молчать. Вам кажется, что нужно с ней говорить таким милым тоном и говорить: пожалуйста, не бойся, все хорошо, но этот тон и такое ваше поведение собака воспринимает как похвалу. И ей может казаться, что когда она вот так вот боится воды, то вы ее хвалите, значит, вот так и надо себя вести. Этот способ наполнения ванны постепенно, он тоже очень хороший, то есть не надо брать собаку ни в коем случае, не кидать сразу в глубину ни в ванной, ни в речке, нигде. Даже когда вы в речке или на озере, собаку вводить в воду нужно постепенно. Давай, Миша, иди сюда. Вот, молодец, молодец. Давай, Юми. Молодец. Давайте в обе сюда. Молодец, Миша. Юми. Ай, молодец. Миша, которая больше всех трусиша, последнее время очень хорошо развивается, потому что я с ней постоянно занимаюсь. Если вы видели на их канале, где они свой канал ведут, видео, как Миша уже научилась даже молиться, как Юми, и лапку поднимать наверх. Убрала душ, и дальше водичка будет вот так вот по ванной стекать струей, чтобы не создавать слишком громких звуков, потому что воды уже достаточно много, и сейчас девчонки должны будут начать плавать. Если бы в ванну сейчас попала Софи, она бы всем показала, как плавать. Софи очень любит воду. Софи так смотрит туда. Давай, плыви сюда. А, давай, давай, давай. Ай, Миша, молодец. Молодец. Пока что Миша прошлась пешком в ванной. Давай, Миш, давай. Давай. Давай, Миша, молодец. Давай. Ай, молодец. Ай, Мишка, молодец. Давай, Юми, Юми, давай, давай. Ай, молодец. Да, молодец. Это же не страшно.
Не страшно ходить-то, да? Мне нравится, как за этим всем наблюдает наша София. Она, наверное, думает, ну как же так? Это же так легко, да, девчонки? Давай, Миш. Вот молодец! Ай, поплыла! Поплыла, Мишка, молодец! Молодец! Это Юми тут стоит на мелкоте, да? Посмотрите на Софи, что она делает. Ай! Все, свалилась. Давай обратно. Обратно, Софи. Давай. Вот молодец. Давай, Мишань, смотри. Да, Миша, правильно, правильно, как Софи. Вот молодец, Миша. Пришлось вытащить Софи, чтобы она не мешала девчонкам плавать, да? Сиди тут, не прыгай больше в ванну. Мишка, смешное такое. Давай, Миша, плыви. Ай, молодец. Плыви, давай. Давай, плыви. Плыви. Ай, молодец. Юми, давай, плыви. Вот молодец. Не спеши. Давай, Юми. Придерживаю тебя. Я придерживаю тебя. Молодец. Давай, Юми. Плывем, плывем. Давай. Плывем. Ай, молодец. Ай, Юми, молодец. Давай, спокойненько. Давай, 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 давай. Вот, Миша, молодец. Давай, Юмичу. Давай, ай, молодец. Давай, плыви, молодец. София опять все-таки прыгнула в ванну. Иди сюда, давай, София, выходи. Выходи сюда. Давай, вылазь сюда. Вот, молодец. Чтобы для собаки не было это слишком большим стрессом, первое такое плавание, лучше его, чтобы оно недолго длилось. Вот мы поплавали достаточно много раз туда-обратно, и сейчас нам нужно вылезти. Но так как я с самого начала учу своих собак вылазить из ванны, как и запрыгивать в машину самостоятельно, мы сейчас попробуем научить Мишу вылазить, да, Мишаня? Что это за рожа такая? Понравилось, да? Только как крыски мокрые. Кушают вкусняшку, это значит, что не особо нервничают, потому что обычно собаки отказываются от лакомств, когда нервничают, да. А вы, ребята, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на все наши каналы, ссылочки внизу. Будем вылазить? Давай, Юмичу, вылазь. Юмичу. Вот молодец, вот молодец, Юми. У Мишки может не получиться, потому что она, в принципе, у нас такая собачка боязливая, всему только в 2 года начала учиться, она ведь же не жила с нами. И, возможно, у нее не получится. Мишань, давай вылазь. Юмичу, молодец. Сейчас вытираться будем в полотенце. Кто тут? Кто это? Змей Горыныч двухголовый в полотенце, да? Да. Да.